Продолжаю я рассказ о том, как я вязала а, вот этот вот свой кардиган. А, кардиган связан крючком квадратными мотивами, которые называются бабушкин квадрат, а обвязан этот кардиган а планки, горловина, низ изделия и манжеты рукавов обвязаны спицами. Как оказалось, у меня довольно-таки много информации, которую я бы хотела рассказать, и на нюансы, которые бы я хотела обратить внимание. Поэтому я не стала растягивать очень много в одном видео и разделила это видео на две части. В этой части я хочу рассказать вот какие моменты. Первый момент – это то, как я обвязывала данный кардиган спицами. Далее я хочу рассказать то, как бы я обвязывала этот кардиган крючком. Спицами я обвязала из-за нужды, так скажем, потому что у меня было мало пряжи, вот этой вот молочно-бежевой, молочно-кремовой пряжи у меня было мало. И для того, чтобы вязать крючком мне планки, горловину, низ изделия и манжету рукава, мне бы этой пряжи не хватило. Поэтому я выходила из ситуации вот таким вот образом. Поэтому я еще хочу рассказать о том, каким бы образом я обвязала свой кардиган крючком, если бы мне было бы достаточно пряжи. И также я хочу обратить внимание на то, как я прятала кончики, в каждом вот этом вот разноцветном мотиве на мой взгляд тоже эта тема стоит внимания так скажем поэтому у себя в описании под видео и в инфобоксе я оставлю тайм код в тайм-коде я напишу, в какой, на какой минуте я выполняю данные перечисленные мной действия. То есть обвязываю кардиган спицами, обвязываю кардиган крючком и прячу кончики. Поэтому, если вдруг вас какой-то из этих тем, разделов не будет интересовать, вы можете переключиться сразу же на, тот, на ту тему, которая вам интересна. Ну, к примеру, да, если вам не интересно то, как прятать кончики, то, естественно, это будет в конце, вы его просто не, не будете смотреть. А если, вот, к примеру, вы не вяжете спицами или вы не хотите оформлять кардиган крючком, а вам, простите, оформлять кардиган спицами, и вам интересно э, знать как оформить кардиган крючком то вы просто переключите на ту минуту где я начну рассказывать как я бы обвязывала данный кардиган крючком давайте приступим значит э, какая последовательность обвязывания этого кардигана. Кардиган у меня собран, то есть все мотивы на своем месте э, представим. Да? Единственное, что у меня не обвязаны манжеты на рукавах, у меня не обвязаны изделия, планка и горловина. Рукава можно сразу обвязать, можно оставить на потом. То есть это как бы э, не взаимосвязаны между собой э, части этого изделия, поэтому можно в начале, можно в конце. На рукава, естественно, идет немного пряжи, поэтому как бы бояться о том, что уйдет много пряжи, ну, я не вижу смысла. Далее, как я обвязывала этот кардиган? Именно вот в теле, да? Сначала я связала резинку внизу изделия. Далее я связала планку. А хочу обратить ваше внимание, что планка у меня на одной планке у меня нет отверстий для пуговиц, то есть эта планка предназначена для пуговиц, а вторая планка на ней как бы есть отверстие для пуговиц, то есть этот кардиган в задумке своей предполагает то, что я его буду застегивать и, соответственно, пришью пуговицы, когда я их подберу. Это женское изделие, и в женском изделии ну, некоторые на это обращают внимание, некоторые нет, но ну, я решила не отступать от, так скажем, классики, да, и обратить внимание и сделать так, как вот э, велит э, э, мода, я не знаю, как э, правило, да, правила построения изделий, что э, отверстие для пуговиц на женских изделиях, вот если изделие лежит лицом к нам, вот вы видите, оно лицом ко мне лежит, то отверстия для пуговиц будут находиться на левой полочке. Если же это изделие мы наденем на себя, то отверстие для пуговиц, планка с отверстиями для пуговиц будет находиться у нас справа. Делаю на этом акцент, потому что я очень часто сама путаю. И у меня есть мой фабричный кардиганчик, я на нем смотрю, где, на какой стороне отверстие для пуговиц. Вот, поэтому я сделала акцент на этом, надеюсь, с этим вопросов не будет. Так вот, сначала я обвязала низ этого кардигана, потом я связала планку, на которой у меня не будет застеж, ну, не будет отверстий, то есть там, где я буду пришивать пуговицы. Я связала эту планку. В процессе вязания я смотрела, какую ширину планки я хочу. То есть планку можно связать и узенькую, и широкую. В общем, то, какую я хочу, я вязала и смотрела. То есть, чтобы не напрягаться по поводу отверстий, там не заморачиваться. А вот связала планку. Далее, у меня эта планка связана. Вверху у меня вот горловина еще не обвязана, но я предполагаю, что у меня горловина будет обвязана там 3-4 сантиметра. Естественно, вот тут вот у меня одна пуговица. И как бы вот к чему я это клоню, то, что я вот на этой планке разложила пуговицы, как я хочу, чтобы расстояние между этими пуговицами было. Вот, разложила, посмотрела. Если мне это нравится, то я маркерочками намечаю там, где у меня будет приблизительно пуговица, посчитала расстояние приблизительное там в сантиметрах, в петлях, сколько мне надо между отверстиями для моих петелек сделать, да, через сколько сантиметров или через сколько петель. Ну, в принципе, можно оставить маркирочки, чтобы там ориентировочно по ним ориентироваться, смотреть. Ну, как бы я уже посчитала, что у меня в данном кардигане расстояние между отверстиями порядка 7 сантиметров получились. И это 13-12 петель, то есть у меня нечетко, четко там, допустим, 12-12 или 13-13, у меня там в одном расстоянии, в одном промежутке 13, в другом 12, то есть это как бы не особо критично, но как бы уравновешивает вот это вот приблизительное расстояние. Разложила, посмотрела, наметила, посчитала, и тогда вяжу вторую планку и уже в ней выполняю отверстие для пуговиц. И в завершающем моменте, так скажем, да, я обвязываю горловину. То есть я набираю и петли и из планки по всей горловине и уже заканчиваю этой планкой. И вяжу поворотными рядами, уже тут вот вверху оформляю вот такую вот горловину. То есть вот такая вот последовательность вязания планок, несмотря каким инструментом мы вяжем. Будь то спицами, будь то крючком. И теперь давайте приступим смотреть, да, мой вариант, то есть я не говорю, что это единственный вариант, но то, как я это делала, мой вариант оформления, то есть обвязывание данного кардигана спицами. Вот у меня есть два образца, которые я буду обвязывать так, как обвязывала свой кардиган. Вот этот вот образец у меня будет за вместо рукава. Вот этот вот образец у меня будет вместо планки. Почему у меня два образца? Потому что по кругу вязания и поворотное вязание есть там небольшое отличие, на которое я бы хотела обратить внимание и, соответственно, его показать. Далее, как я буду обвязывать спицами? В начале первый ряд, будь то на планке, будь то на низе изделия, манжете или горловине, я провяжу первый ряд столбиками без накида крючком для чего я это сделаю для того чтобы мой край был более ровный изделие, и для того чтобы немножечко был более стабильный потому что он ну как бы тянется а когда я провяжу рядом столбиков без накида край будет более стабильный и не будет вот такой вот деформации далее еще почему я так сделаю. Я говорила, что у меня на манжетах рукавов и внизу изделия есть присбаривание то есть, ну, так называемый фонарик. Ну, внизу изделия, я не знаю, можно ли это назвать фонариком или нет, но на рукаве, да, призбаривание есть. Если вязать петля в петлю в каждом мотиве, то призбаривание не получится, и потом мне придется присбаривать в резинке в спицах. Как-то это думать надо, и получится ли аккуратно, не получится. Чтобы этим не заморачиваться, я решила, что первый ряд крючком, столбиками без накида я как раз и уменьшу количество петель резко. Тем самым это будет аккуратно, незаметно и сразу наберу то количество петель на спице, которое мне изначально надо было, и свяжу. Вот тут вот по планке же, по планке же я просто провяжу в каждую петлю без присбаривания столбик без накида, ну потому что мне на планке не надо присбаривания. Но опять же таки, почему я буду это вязать на планке, чтобы ну как бы край был более аккуратный. Далее, как я буду присбаривать? Присбаривать я буду вот таким вот образом. У меня на каждом квадрате, да, на каждом мотиве, вот если я буду вязать в каждую петельку, в каждую петельку, то у меня получится 21 петля. 21 петля это получится без присбаривания. А мне нужно присборить. Я подумала, подумала, это, во-первых, нечетное количество петель, а у меня резинка одна лицевая, одна изнаночная, то есть мне нужно четное количество петель. Это, во-первых, а во-вторых, естественно, мне нужно же меньше петель. Я подумала, подумала и решила, что вот тут, вот в каждом мотиве есть 5 групп из столбиков по три столбика, будь то с двумя накидами, будь то с одним накидом, ну вот по три столбика 5 групп. Так вот, из вот этих вот пяти групп я буду не провязывать среднюю петлю. Во-первых, это будет незаметно в самом как бы, ряду, когда я буду обвязывать, что я пропустила петлю. Во-вторых, это сократится 5 петель в каждом мотиве. Соответственно, будет не 21 петля, а 16 вот и по 16 петель получится на каждом мотиве. Также я сделаю и э, на э, крае изделия, на внизу изделия, да, когда я буду обвязывать э, мою резинку. Э, как же я это буду делать? Ввожу крючок в начало нашего мотива, вот в эту первую арку, подхватываю нитку, которую я буду обвязывать наше изделие. И провязываю две воздушные петли. Две воздушные петли подъема, которые как бы заменяют наш столбик без накида. То есть это можно считать, что это первый столбик без накида. Дальше я вяжу в следующую петлю столбик без накида. Это будет наш второй. Далее я петлю пропускаю в следующую. Через петлю вяжу третий. В арочку четвертый. В следующую петлю после арки пятый. Петлю пропускаю через петлю шестой в арку седьмой. После арки следующая петля восьмой. Петлю пропускаю девятый в арку десятый. После арки следующий одиннадцатый через петлю двенадцатый в арку тринадцатый в следующую петлю четырнадцатый. Петлю пропускаю через петлю пятнадцатый, и вот сюда вот в последнюю арку шестнадцатый. Вот у меня шестнадцать столбиков без накида есть на первом мотиве. Далее я вяжу точно таким же образом следующий мотив. Ввожу опять в начало мотива в первую вот эту арочку первый, в следующую петлю второй, через петлю третий. В следующую петлю в арочку четвертый, в следующую петлю пятый, через одну петлю вот эту пропустила шестой, в арку седьмой, в следующую петлю восьмой, через петлю вот эту вот пропустила девятый, в арку десятый, в следующую петлю после арки одиннадцатый, эту пропускаю через петлю двенадцатый в арочку. 13 в следующую петлю 14 петлю пропускаю 15 и в арку 16 и точно таким же образом вяжу дальше ну так как у меня рукав то у меня это последний мотив так если бы это было не изделия то это было бы еще там сколько у меня 8 это получается еще 6 далее второй петлю пропускаю 3 в арочку 4 в следующую петлю 5 через петлю шестой в арочку седьмой следующая петля восьмой через петлю девятый в арочку десятый в следующую петлю одиннадцатый через петлю двенадцатый в арочку тринадцатый в следующую петлю четырнадцатый через петлю пятнадцатый в арочку в последнюю шестнадцатый и замыкаем наше вязание в круг. То есть первый ряд получается я э, обвязала крючком. Далее что я буду делать? Далее мне уже крючок не нужен, но тут все подтянуть надо, естественно. Далее мне крючок уже не нужен, я его убираю и беру спицы. Беру спицы, те, которые мне нужны уже, которыми я буду вязать, ввожу в первую вот эту вот петлю. И далее я буду из вот этих вот, из вот этой вот косички, которая у меня образовалась с верхушки столбиков без накида, я буду вытаскивать петли спицами под две вот эти вот дужечки я ввожу спицу и подхватываю ниточку и вытаскиваю. Вот это вот вторая у меня петля, далее третья, четвертая, пятая, шестая, Хотите, можете через из одной вытаскивать. Тут уже на как вам нравится. Но ну, мне понравилось вот из двух из под двух половиночек вот этой вот косички вытаскивать. То есть под верхушку столбика без накида. Так вот я вытаскиваю по всему по всей окружности своего рукава все петли на спицу надеваю. Вот я дохожу до конца. Так, сейчас я тут подправлю. А, дохожу до конца. У меня тут осталось поднять одну петлю, потому что с вот этой вот уже у меня как бы первая, которую мы обвязывали крючком. Вот я поднимаю. И все. Вот таким вот образом это все выглядит на спицах. Так, давайте я сблизи покажу. Вот с этой стороны вот вот таким вот образом далее я продолжаю вязать по кругу то есть у меня уже набрано я продолжаю, продолжаю это у меня просто перекину продолжаю вязать по кругу без всяких там никаких больше манипуляций просто резинку один на один до той высоты резинки, которая мне нужна. Я уже при сбаривании сделала. Если я не уверена в количестве петель, я их, когда набирала спицами, пересчитала, чтобы они были кратны двум. Потому что я вяжу резинкой один на один. И продолжаю вязать уже спицами. Крючок мне уже больше не понадобится. Ту резинку, которая мне нужна. Спицы вы подбираете сами как вам нравится резинка в спицах, чтобы она была поплотнее или посвободнее. Тут уже как бы а, ваше желание. И вот так вот продолжаем вязать и, в общем, закрываем, как обычно, и наш манжет готов. Или же низ изделия, если это мы будем вязать поворотными рядами. А, теперь я Обращу ваше внимание, как мы будем вязать поворотными рядами. Ну, я буду имитировать обвязывание планки. Как я ранее упоминала, планку я буду обвязывать столбиками без накида в каждую вот эту вот петлю. Вот здесь вот, получается, вот в этом месте, в уголке, да, я буду вязать одну, один столбик. Не два, как две тут воздушные петли, а один тоже начинаю вот ну с лица получается да потому что с лица столбик эм, без накида смотрится аккуратней вот я связала первый и продолжаю вязать столбиками без накида в каждую петлю нашего мотива просто вот обвязываю так вот постепенно, ничего не пропуская. Опять же таки, смотрите, сколько у вас там получается. Если вдруг нечетное количество мотивов на планке, да, вернее, на полочке, то у вас получается будет нечетное количество петель. А нам надо четное, поэтому ну, где-то пропустим петельку, да, или где-то две свяжем из одной. У меня на моем кардигане на планках получилось по 72 петли. Я, кажется, где-то прибавила, если я не ошибаюсь. То есть у меня получалось нечетное количество петель, и я где-то, по-моему, прибавила одну петлю, если я не ошибаюсь. Вязала уже больше месяца назад, поэтому ну, могу кое-что уже не помнить. Вот таким вот образом мы доходим уже до конца нашего имитированного мной да, полочки. Если, к, к примеру, вы не хотите присбаривать низ изделия, то можно сделать вот точно таким же методом. То есть, если вам, допустим, низ нужно, вот прямой, как вы вязали, поэтому это можно сделать так. <coughs> вот я довязала, теперь крючок мне больше не нужен, я перехожу на спицы. Делаю точно так же ввожу спицу вот в эту вот первую или последнюю петлю, ну, которая у нас одна, переворачиваю полотно, и теперь я буду набирать точно так же петли из вот этой вот косички, столбиков, без накида наши петли как я буду набирать если я буду набирать петли якобы как будто имитируя лицевые то есть я ввожу спицу вот с лица но это не лицо, это изнанка полотна. Ну, полотно, которое смотрит на меня сейчас, да. Я буду вводить спицу и с обратной стороны полотна подхватывать нитку и вытаскивать. То есть, как мы делали в рукаве, да, или круговом вязании, то, что у нас получается. Я сейчас немножечко хочу побольше пройти, чтобы было это более хорошо видно. Что у нас получается? С этой стороны, с изнаночной стороны у нас получается вот такое вот ровненькое полотно, как было у нас на рукаве. А с лицевой стороны у меня получается вот такой вот рубчик. Вот такая вот косичка. Если вам вдруг это нравится, то есть как какой-то декоративный элемент, то есть я не говорю, что это плохо, ну вот такая вот косичка получится. Если вдруг нравится, то так и продолжаем. Я не хотела такого. Я хотела, чтобы у меня с лица было вот так вот, как как вот с изнанки, да, что я сделала? Я Сделала как будто бы имитацию изнаночной петли, да, набора э, петель из полотна, но как будто я набираю не лицевыми, как вот только что мы набирали, а изнаночными. То есть я спицу ввожу э, с под полотна, да, то есть э, из-под низа вверх, э, подхватываю петлю на спицу так, как бы я вязала изнаночную петлю и вытаскиваю. И вот таким вот образом я набирала э, петли на планке и на низе изделия. Да, кажись, и на горловине. Да, и на горловине при вот поворотных рядах вязания. То есть на круговых там сразу мы набираем, а при вот поворотном вязании получилось так, что набор происходит с изнаночной стороны. И чтобы вот эта косичка, которая вот образовывалась у меня с лица, чтобы она была вот с изнанки. Я так хотела сделать так. Нитка расслоилась, и я немножечко затормозилась. И вот хочу показать, да, вот теперь, что мы видим. да вот этого вот момента я набирала якобы лицевыми, да, тут у меня косички не было. А теперь якобы изнаночными. Ну, то есть из-под низа я вводила спицу. И у меня теперь косичка вот с изнаночной стороны образовалась, а с лица у меня этой косички нет. А вот где мы изначально набирали как бы изнаночные, получилась тут косичка. А вот так вот. То есть вот этот вот нюанс я хотела показать. Далее мы вот добираем до конца и вяжем нашу планку на ту высоту, которую вы хотите резинкой 1 на 1. Опять же условие, чтобы было отчет на двум, если это резинка 1 на 1. Вот я немножечко провязала якобы нашей планки, да. Вот эта вот косичка, которая у нас получалась изначально. Тут ее нет, потому что я набирала уже как бы изнаночным, да, набором. Вот эта косичка с этой стороны. И еще хочу сказать, как я вязала петли для пуговиц. Метод вязания петель для пуговиц, в принципе, у меня самый простой. Мне не очень нравится, но это самый, так скажем, оптимальный, который я пробовала и которым я пользуюсь. Метод этот, допустим, я дохожу до нужного момента, где мне нужно делать отверстие для пуговицы, и я закрываю определенное количество петель. Количество петель этих я закрываю по размеру пуговицы. Допустим, если у меня пуговица маленькая, то это одна петля, если пуговица чуть побольше, то это две петли, если еще больше, то это три петли. Ну, 4 я не знаю, это наверное очень большая пуговица. На моем кардигане э, отверстие для пуговиц э, составило 2 петли. Э, я предполагала туда пуговицу где-то 3-4 сантиметра в диаметре. Э, то есть, ну, это такая довольно крупная пуговица, на мой взгляд. И смотрите по той пуговице, которая у вас есть, которую вы планируете использовать. И примеряйте. Вот, к примеру, давайте свяжем эту нашу петелечку для пуговицы. Да, вот я, к примеру, дошла до этого места, где мне нужна эта петля. Каким я образом делаю? Я закрываю обычным методом протяжки, как говорят на нее, да, вот первую пуговицу, первую петлю. И закрываю вторую петлю. Вот у меня получилось, что я закрыла 2 петли. Вот такая вот отверстие получилось. Дальше я вяжу до следующего отверстия, которое мне нужно делать. Следующее у меня по моим расчетам на моем кардигане через 12 петель. Вот я 2, 4, 6 Ну давайте вот 7, 8, 9, 10, 11. Как бы это было у меня, да, вот и дальше я должна закрыть две петли. Вот первую я закрыла, и далее вторую закрыла. И вяжу до следующей петли, до следующего отверстия, и его там формирую. Далее, это как бы половинка да, нашего нашей, нашего отверстия для пуговицы, я его должна, ну, как бы, закончить в следующем ряду. Каким я образом их закончу? То есть мы тут две петли закрыли, и нам эти две петли нужно восполнить. Мы их восполним с помощью воздушных петель. Как вы видите, я не довязала, чтобы, ну, как бы, побыстрее. Я вяжу планку обратно, как обычно бы я ее вязала до того момента, где у нас произошло закрытие. Вот наше закрытие, и я просто вот воздушными петлями 2 если тут будет 3 петли закрыты, то это 3. То есть сколько мы закрыли, столько мы и возмещаем. Если, допустим, наша петелька сделала, сделали мы из одной петли, то мы просто не закрываем ее, а провязываем 2 вместе и тут же сразу делаем накид. То есть там попроще. Вот мы восполнили и дальше вяжем по рисунку нашей планки, то есть одна лицевая, одна изнаночная. И до следующей нашей петельки для пуговицы. Вот таким вот образом вяжем. Вот я дошла до следующей. Я опять делаю 2 воздушные петли, возмещаю то, что я закрыла. И довязываю свою планочку до конца. И вот такие вот с лица у меня получаются отверстия. Вот одно. И вот второе. Назад же мы вяжем все как бы и обычно вязали. То есть вот эти вот воздушные петли, которые мы добавили, ну ввели, да, воз, возместили закры, закрытые петли нами же. Мы провязываем так же, как бы мы вязали до закрытия. То есть у нас тут лицевая, мы эту петлю следующую воздушную провязываем изнаночной. Далее мы вяжем лицевой. И дальше у нас уже идет планка изнаночная, лицевая и так дальше до следующей планки. Ну, я думаю, что я ни для кого Америку не открыла, но мало ли. Может, кому-то это будет полезно. И вот такая вот у меня получилась петелька для пуговицы. Ну и так дальше будет. Вот. На этом как обвязывать спицами я закончу. Далее мы планку нашу просто закрыли. обычным. Я закрывала обычным методом протяжки. То есть как мы закрывали петли в планке. Можно закрыть иглой. Так будет эластичнее и красивее. Далее. Я расскажу, как я буду как бы я обвязывала свой кардиган крючком, если бы у меня хватило пряжи, как бы, какую бы я резинку использовала для обвязывания своего кардигана крючком. Для того, чтобы обвязать крючком свой кардиган, я бы использовала резинку из рельефных столбиков. На мой взгляд, это и красиво смотрится, и довольно-таки легко ее вязать. И функцию резинки вполне, мне кажется, эта резинка выполняет. Также сюда бы очень хорошо подошла резинка из соединительных столбиков за заднюю полупетлю. Но эта резинка более трудоемкая, на мой взгляд, и более, больше времени занимает по процессу ее вязания. И новичкам, мне кажется, это будет сложновато связать, а вот из рельефных столбиков резинку это будет довольно-таки легко и просто. Также я еще знаю резинки, которые можно было бы использовать, это резинки из столбиков без накида за заднюю полупетлю и резинка из столб... полустолбиков с накидом за заднюю полупетлю. Эти резинки смотрятся довольно таки красиво, эффектно, но вот функцию вот эту вот стягивания, функцию эластичности как таково они не несут. У меня есть на моем канале целое видео посвящено резинкам, вязание резинками, резинок крючком. Там я о каждой резинке, которую сейчас упомянула, рассказываю более подробно, показываю, как эти резинки выглядят, как они вяжутся. Я оставлю подсказку на это видео в правом верхнем углу у себя в этом видео и также я оставлю в инфобоксе тоже подсказку. Вдруг, если вы пропустите, то там уже точно можно найти. Не буду останавливаться на каждой резинке подробно. И из рельефных столбиков тоже особо подробно рассказывать не буду. Если вы не знаете, вы посмотрите видео там вот про резинки. Там все очень подробно рассказано. Но все же я покажу, как ее вязать. Но уже не так тщательно. Далее. У нас есть наш якобы рукав и наша, ну пусть будет пол полочка. Как я буду вязать резинку? Если, к примеру, у меня рукав, как я уже говорила, я свое изделие, свой кардиган на рукавах и внизу изделия присборила, поэтому я вот в первом ряду вязание крючком буду делать при первый ряд у меня и на планке и на низе изделия и на вырезе горловины и на рукаве будет вязаться столбиками без накида но на планке он будет вязаться в каждую петлю этот столбик без накида который у нас есть в мотиве и в арочку и в петли а на рукаве и на низе изделия мы будем присбаривать. То есть мы будем некоторые петли не провязывать, а пропускать. Какие же петли и сколько мы будем не провязывать, а пропускать? Вот тут вот у нас на каждом мотиве, в каждом мотиве есть в крае, на краю, да, есть 21 петля, 21, вот такая косичка. Так вот, если вязать в каждую вот эту вот петлю, то, естественно, никакого присборивания не будет. Ну, естественно, выровняется край, э, все будет ровненько, но присбаривания не будет. А мне надо присборить. Соответственно, я подумала каким образом мне это сделать ну немножечко образец там связала прикинула и решила что мне нужно связать не 21 петлю а 16 каким образом я буду вязать эти петли вот тут вот мы хорошо видим группки из трех столбиков в данном вот посредине это с накидом а вот по краям это с двумя накидами но это не, не столь важно именно вот группки из трех столбиков так вот из вот этих вот группок среди Среднюю петлю в среднем столбике я не буду провязывать, а буду просто пропускать. Тогда я пропущу 5 петель, и таким образом 21 петля минус 5 получается 16. Ну, давайте я покажу, как это делать присоединяемся в начале нашего мотива, желательно, чтобы этот был мотив с внутренней стороны кисти нашей, чтобы не было видно, ну как бы имитация шва и чтобы не так сильно было видно где-нибудь тут в открытом месте, да, где больше видно соединение. Делаю две воздушные петли подъема, эти две воздушные петли у нас имитируют столбик без накида. Далее я вяжу в первую петлю столбик без накида это у нас будет второй дальше я пропускаю петлю вяжу через одну третий в арочку четвертый в первую петлю из группки пятый пропускаю петлю шестой в арочку седьмой в первый восьмой Далее петлю я пропускаю 9 в арочку 10, в следующую петлю 11, через петлю 12, в арочку 13, в следующую петлю 14, через петлю 15 и вот сюда в арочку последнюю 16. Вот мы связали. Далее вяжем следующий мотив точно так же в арочку 1 в следующую петлю второй, через петлю третий, в арочку четвертый, в следующую петлю пятый, через петлю шестой, в арочку седьмой, в следующую петлю восьмой, через, через петлю девятый, в, след... в арочку десятый, в следующую петлю одиннадцатый, через петлю двенадцатый. В арочку 13 в следующую петлю 14 через петлю 15 и в арочку 16 и таким вот образом мы обвязываем низ изделия или же рукав если допустим вам не нужно присбаривать да то мы вяжем в каждую в каждую петлю чтобы для чего мы вяжем вот этот вот ряд ну для того вот я сказала чтобы присборить ну и если не присборивать все равно желательно его связать чтобы выровнять наши мотивы потому что где-то он как бы есть такая выемка где-то есть наоборот выпуклость и чтобы все, я довязала и соединяюсь в круг. И чтобы э, придать стабильности, потому что э, вот если хорошо можно посмотреть, оно очень такое вот э, может вытянуться, да, а тут уже более стабильное. Вот такая у нас обвязочка получилась. Как можете посмотреть, у нас уже как бы при сбаривании вот наблюдается. Тут шире, тут уже. Тут, если вот так вот подергать, более стабильно. Тут более так вот, ну, свободно. И что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем обвязывать нашими столбиками рельефными. Но прежде чем обвязывать рельефными столбиками, мы вяжем первый ряд наш просто столбиками с накидом. То есть 3 воздушные петли. И в каждую петлю мы вяжем столбик с накидом по, всему, по всей окружности. Или же, если это не окружность, а поворотный ряд, да, то мы разворачиваемся и вяжем в обратном направлении наши столбики с накидом. Вяжем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. И теперь мне нужно только соединиться в третью петлю трех воздушных петель подъема. Вот я делаю соединительный столбик. Вот эта вот ниточка, она запрячется. Все будет аккуратно. Далее я приступаю к вязанию рельефных столбиков, резинки из рельефных столбиков. Делаю две воздушные петли подъема. И эти две воздушные петли подъема у нас будут имитировать изнаночный рельефный столбик. Далее мне надо вязать лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик. Как вообще вяжутся рельефные столбики? Мы вяжем а, столбик с накидом, но не в верхушку, не вот в эту вот петельку, да, как мы обычно вяжем, не в верхушку, а обхватываем нашу вот эту вот ножку. То есть не в головку, да, а в ножку саму. Вот ножку нашего столбика. Если это лицевой, то мы подхватываем, вот он выпирает как бы с лица, да. Если это изнаночный, мы с изнанки его подхватываем, как бы проваливаем его туда вниз. То есть вяжем в лицевой, мы берем за ножку, чтобы он, ну, как бы выступил, да, вот, и провязываем. Вот, мы лицевой связали. Теперь мы вяжем изнаночный накид, подхватываем с изнанки за ножку, чтобы он туда провалился. И вот он получился проваленный, да. И опять вот так вот чередуем до тех пор, пока мы не свяжем один круг, да, нашей резинки. Ну а дальше уже, когда вот мы первый ряд свяжем, да, вот наших столбиков вот этих вот рельефных, далее мы уже будем видеть, что вот выпирает столбик, да, это уже лицевой. Если туда провалился, это у нас изнаночный. И таким вот образом мы вяжем в высоту ту резинку, которую столько рядов, сколько вам надо по нашей ширине. Вот я уже почти довязала мою вот эту вот первую, да, первый ряд рельефных столбиков. До конца у меня осталось тут вот последний столбик. Это у меня будет лицевой. И как же соединиться в круг? Как же соединиться в круг, чтобы это было аккуратно и красиво? Вот тут вот у нас две петли подъема воздушные, а вот этот вот первый лицевой столбик. Так вот мы вводим крючок между вот этими двумя как бы столбик и петли, да, туда на изнанку крючок вводим, с изнанки подхватываем нитку и протягиваем вот ее через вот это вот промежуток между столбиками петлями и нашей петлей, которая была на крючке. Таким вот образом у нас получается якобы изнаночный рельефный столбик. Он очень аккуратный, с лица он как изнаночный, а с изнанки такой вот там промежуточек получится но это как бы на изнанку никто не заглядывает а с лица это все аккуратно и красиво и как я уже сказала мы вяжем высоту нужную нам резинку и все на том и заканчиваем и еще хочу показать как обвязать планку да то есть как я сказала мы обвязываем тоже первый ряд столбиками без накида, но вяжем в каждую петлю. Точно таким же образом вяжем столбики без накида в каждую петлю. И потом второй ряд у нас будет столбики с накидом, тоже в каждую петлю. Ну и потом с третьего ряда мы уже начнем вязать наши рельефные столбики. То есть все точно так же вяжем на ту высоту, которую мы хотим нашу планку. Напоминаю, что нам на одной планке нужно сделать отверстие для пуговиц. И хочу я показать, как бы я сделала эти отверстия для пуговиц. Вот я довязываю. Опять же таки смотрим, чтобы было четное количество петель, потому что у нас один лицевый, один изнаночный столбик рельефный, то есть один к одному, да, чтобы делилось на два. Далее, что я делаю? Я делаю три воздушные петли подъема, разворачиваю наше полотно и вяжу столбиками с накидом в обратную сторону. Довязав столбики с накидом до второй стороны, да, до, до второго конца, я разворачиваю свое полотно и начинаю вязать рельефные столбики. Вот таким вот образом. Ну давайте я до конца не буду довязывать, чтобы, ну, сохранить ей время и не затягивать видео. Вот. Ну, к примеру, тут будет мой конец, да? Далее я делаю 2 воздушные петли. Почему 2 воздушные петли? Потому что рельефный столбик, он немножечко короче, чем столбик с накидом. Поэтому я делаю 2 воздушные. Ну, а вы, как вам нравится. Ну, это я вот первый связала лицевой. Тоже смотрите, как вам больше нравится. Точно так же, только вот в обратном направлении я вяжу, да. Вот вяжу я Рельефные эти столбики, получается, у меня резинка из лицевых и изнаночных столбиков с накидом такая довольно-таки интересная, получается. Мне нравится. И почему я так вот вяжу долго, да, я хочу показать, как бы я сделала отверстие для пуговиц. Опять же, я бы сделала отверстие для пуговиц, просто не провязывание столбика. Если у вас маленькая пуговица, то я бы не провязала, ну или рекомендую вам не провязать один столбик. Если пуговица побольше, то два столбика. Опять же, это все нужно примерять. То есть вам кажется, что нужно не провязать, к примеру, один столбик, вы так связали примерили, пуговица не входит, тогда оставляете отверстие из двух столбиков. Ну, вот, к примеру, я хочу не провязать один столбик. Я его вот этот вот столбик не провязываю, делаю воздушную петлю, его пропускаю и вяжу дальше, так как я бы вязала эту планку. И вот такая дырка получается. Ну, к примеру, если это маленькая, ну, на мой взгляд, это маленькая, я бы такую не вязала то я пропускаю два столбика, соответственно, я их восполняю двумя воздушными петлями. Вот первый, второй изнаночный. Я в третий вяжу, вот, который у меня сейчас в данном случае я вижу его лицевым. Довязываю планку до конца, а потом вот на вот этом вот месте, где я воздушные э, петли связала, да, я э, свяжу просто столбиками с накидом, ну, а потом их опять уже буду вязать рельефными. Вот я сейчас просто хочу еще провязать. Вот так вот я бы сделала. На мой взгляд это было бы ну, довольно-таки красиво. Вот я дошла до того места, где я восполнила, да, и вяжу просто тут столбики под арочку, не в петлю, а просто под арочку вяжу. И довязываю дальше до следующего отверстия и так вот до конца планки. Вот такое вот отверстие получается. Вот такая вот планочка. Ну а потом вы тут провяжете рельефные столбики, и они будут опять рельефные. На этом. С обвязкой кардигана я закончу, и теперь приступим к тому моменту, как запрятать кончики вот в таких вот мотивах, так, чтобы эти кончики не было видно и они не вылазили. Для того, чтобы запрятать кончики, я буду использовать иглу. Прятать кончики я буду с изнаночной стороны. Естественно, все кончики я рекомендую оставлять с изнаночной стороны, ну, чтобы понимать, что это изнанка, и чтобы не перетягивать их туда-обратно. Ну, к примеру, давайте возьмем какой-нибудь светленький, да, чтобы было хорошо видно, потому что в темненьком не видно будет. Что я делаю? Я вставляю нитку в иголку. Можно в швейную иглу, между прочим. Можно вот в такую вот тупую, ну то есть для вязаного полотна, для трикотажа. Тут уже как вам больше нравится. И я начинаю протягивать эту ниточку вдоль столбика. Вдоль столбика. И буду протягивать зигзагообразным, зигзагообразным методом, то есть протянула сюда, потом куда-нибудь сюда, потом сюда, сюда как-нибудь. И чем э, скольжение нитка, то есть чем она более такая вот э, скользкая и сложно ее соединить, тем длиннее у меня будет вот это вот э, зигзагообразное вот это вот э, протягивание ее. Чем нитка более шершавая, там махер, к примеру шерсть такая цепкая, то это делать особо сильно долго, вот эти вот зигзагообразные запрятывания не обязательно. И что я делаю? Я вот беру и вот, вот так вот, вот, вот эти вот всякие, вот с изнаночной стороны, естественно, вот. Ну, конечно, швейную углу легче использовать, потому что она прокалывает все вот это вот, эти волокна и оно прячется легче. Ну и такая у меня, конечно, игла не очень удобная. Вот я протянула, сильно не затягиваю, потому что оно будет стянуто так, чуть-чуть подтянула. Далее, это все нужно делать аккуратненько, не спеша, такой медитативный процесс своего рода как уборка, да, наводим порядок на нашем полотне, убираем вот это вот все, что висит, вот, протянула дальше, ну, дальше пойдем вот сюда, да, аккуратненько, чтобы оно с лица тоже не особо сильно видно было, потому что если с лица будет видно, то ну, это не очень будет красиво. Вот так, потом куда-нибудь туда. И вот таким вот зигзагообразным методом, потихоньку, не спеша, вот в каждый столбик. И вот так вот и прятать. Ну, к примеру, я уже закончила прятать, да, я беру, что я делаю. Я немножечко вот ножницами обрезаю, да, но прежде чем обрезать, я немножечко вот так подвытянула, да чуть на расстоянии обрезала а потом вот вот так вот раз раз и оно туда кончик этот забежал с изнанки видите ничего не заметно вот я ее вела вот отсюда и вот тут вот я вела ничего не заметно и с лица тоже ничего не видно вот в этом месте я это все прятала вот такой вот метод. Если вот, допустим, вот столбики с двумя накидами сюда еще лучше, можно еще вот так вот длиннее запрятать, и вот так вот, и вот так вот, и этого будет вполне достаточно. Такой несложный метод прятать, на мой взгляд, но очень эффективный. И тут, видите, такое вот оно все дырявое, поэтому особо сильно не ввяжешь, как обычно говорят, да, что вот проложил вот так вот ниточку да вот так вот проложил и его ввязываешь то есть если бы это было сплошное полотно там а, столбики с накидами я вязала бы да то а, можно было бы еще а если я вот тут группку вот тут группку а вот это давайте я вот эту серенькую найду ага серенька нету просто на белом не сильно заметно вот 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 тут вот группку связала вот тут вот а а вот это вот получается, вот было бы вот так, потом подцепила, оно вылезло. То есть поэтому э, пролаживать и обвязывать мне не нравится. Э, вот такой вот метод. Надеюсь, вам он понадобится. На этом я закончу свой рассказ о том, как я вязала данный красивый кардиган. Кардиган очень нарядный, мне кажется, универсальный, можно надевать его под все виды, под все стили. Насчет теплоты, я бы не сказала, что он холодный, я бы не сказала, что он теплый. Почему? Потому что ну, довольно-таки ажурное полотно. Вяжите обязательно себе такой кардиган, обязательно вы будете замечены и обязательно получите комплименты. Ну а на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующих мастер-классах. Всем пока!